Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем грузовик-пикап Эльтана. В набор входит клей, наждачка, 262 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Эта деталь должна пройти через 2 отверстия. Детали с одинаковыми метками склеиваем между собой. У нас должны получиться оси разного размера. Сначала используем ось с одной отметкой. Собираем колесо так, чтобы клей не попал на ось. Рисунок шины должен быть в шахматном виде. Второе колесо собираем по аналогии. Приклеиваем ось с одной отметкой. А теперь берем ось с двумя отметками.
Второе колесо собираем по аналогии. На этом этапе клей не должен попасть в круглые отверстия. Это деталь под номером 23. Выравниваем детали по нижнему краю. Вторую сторону собираем в зеркальном виде.
Детали ручки собираем без клея. Вторую дверь собираем в зеркальном виде. Здесь тоже детали ручки собираем без клея. Вторую дверь собираем в зеркальном виде. То же самое повторяем второй раз. С другой стороны делаем то же самое.
выравниваем детали по нижнему краю. Вторую деталь собираем зеркально. Клей не должен попасть на задний борт кузова. То же самое повторяем с другой стороны. Маленькие детальки приклеиваем только к этой детали. В круглых отверстиях клея быть не должно. Готово! У собранной модели вращаются колеса, открываются дверцы кабины, крышки кузова и капота, а также откидывается задний борт. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!